Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор эфирного масла хвои еловой. Эфирное масло хвои еловой – это в первую очередь душистое настроение новогоднего праздника, которое всегда излечит от хандры и депрессии. Но кроме этого, еловое масло способно излечить и спасти от более материальных физических проблем. Уникальные свойства смолы – ели были известны и активно использовались древними шумерами, славянами и римлянами. Полезные целебные свойства эфирного масла ели вне конкуренции. Его запах резкий и приятный, до мурашек по коже знакомый дух детства и праздника. Агрессивный, яркий, хвойный аромат является доминантным и легко затмевает многие другие, хотя он созвучен маслами вербены, розы, мелиссы и, конечно, еще одному новогоднему аромату – мандарина. Косметические свойства таковы. Придает эластичность и восстанавливает упругость кожи. Применяется в шампунях для очищения кожи головы и волос. Устраняет воспалительные процессы, имеет мощные регенерирующие свойства. Повышает тонус кожного покрова, ускоряет обменные процессы. Борется с кожными проблемами, такими как угревая сыпь, гнойные высыпания. Применяется для заживления и очищения от микробов полости рта. Вот такой бутылочке мы отправляем эфирное масло хвои еловой нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!